Ребят, всем привет. Очередная посылочка принес курьер DHL. Смотрим, что же внутри. Давайте начнем вот с этой посылки. Это компания Breo. Вот такой вот бренд. И выпускает она различные виды массажеров. Вот это вот у нас вот такой вот ручной массажер с такой вот док-станцией. Давайте смотреть, что же у нас внутри. Ну, в принципе, сам массаж, массажер. И еще такая коробочка, инструкция. И еще одна коробка, в которой содержимое, которое я даже не знаю, ребят. Сейчас будем смотреть вместе. Самому любопытно, что же тут такое. Наверное, как... А, зарядка. Подзарядка. Подзарядка. У нас Hunt Key выдает на гора 5 вольт 1 ампер. И зарядка у нас обычный кабель USB, микро-USB. Инструкция была запакована. Ну вот, user manual наш. Что? Кнопка включения-выключения, индикатор работы, батарея-индикатор, индикатор скорости и база для подзарядки. В принципе, тут ничего такого сложного, архи-сложного нет. Вот, ой, приятный такой софт-тач, реально очень приятный. И хват, вы знаете, действительно очень удобный, приятный. Начну с базы. Так, у нас есть вот такие вот, но это ладно, отложу. В общем, база. Два контакта для подзарядки встроенного аккумулятора. Здесь аккумулятор емкостью 1150 мАч литионный. Вот мы видим, что литион 3,7, мощность 5 Вт. Ну и, в принципе, она без... А, ну, я думал, она беспроводная. Нет, контакты вот здесь присутствуют, поэтому она, можно сказать, проводная. Очень приятный пластик, soft touch, мне нравится. В нижней части, кстати, видите, штуковина, она не двигается. Все, так, это я подсказал, рассказал. Так, у нас еще присутствуют сменные насадки, которые мы можем менять. Они вот такие вот очень мягенькие, очень приятные на ощупь. Такие вот нежные, вот могу их так назвать, очень приятные. А это у нас, можно сказать, такие вот более грубые, 4 таких вот насадки. Они резиновые, ну, на самом деле не сильно такие же. И резиновые, силиконорезиновые, так сказать, со средней упругостью. Я не знаю, с чем их сравнить, откровенно вам скажу. Вот так вот мы удерживаем. Вот на этой части, на задней, будем так сказать, такой вот глазик. Кстати, какой веселый день, ну такой... глазик и ротик. На самом деле это контакт для подзарядки. В передней части у нас здесь просто Simply Relax. В верхней части кнопочка управления нашим массажером. То есть по факту он не боится брызг. То есть можно брать спокойно мокрой его рукой. Контакты здесь вот вынесены. Единственное, чтобы вода вот сюда вот не попала, чтобы не испортить моторчики. Запускаем. И вот так вот они двигаются. То есть создавая эффект 3D массажа. Приятно. Кстати, вот эта штуковина выиграла премию за дизайн в Германии. Red Dot. Довольно такая хорошая премия. Так, ну и вот, что мы можем сделать. Можем сделать посильнее массаж. То есть здесь 6, как говорят, навыков массажа, объединенные в одну инновационную машину. 28 вот таких вот штуковин. Блин, приятно так делает, честно аж. Смотрите, рука у меня краснеет, то есть идет приток крови. Всего две скорости у нее получается, то есть одна вот слабенькая, но она вот так довольно ощутимо, посмотрите, мнет мою руку. То есть вот так мы ее держим и надавливаем, и она у нас производит массаж. Либо же нажимаем второй раз, и она тогда уже сильнее топчет нам, и по разным местам мы это можем делать. Ну, на руке не скажу, что приятно, а вот если взять на шею, вот, видите, защемление. Защита присутствует, то есть, чтобы она не сгорела. Если вот мы вставим, не дадим ей работать, все, она перестает на какое-то время. И потом сама автоматически начинает. Можем сменить насадки банальным выдергиванием ее. То есть, посмотрите, раз, и вот такая вот она резиновая штуковина. Вместо нее можем поставить более мягенькую. Ну, предварительно лучше выключить, иначе можно не попасть в пазы. Ну, это я даже не знаю, честно, что это такое, что это за массаж такой, что оно делает. Я не силен, так сказать, в понимании массажа, особенно вот это. Вот резиновые штуки классно, а зачем вот эти сменные насадки, не знаю, может кожу чистить. Это, наверное, же девушки напишите или парни, кто знает, напишите мне в комментариях, что это за такая вот чудо-чудное. Так, ну и ставлю
на зарядку. На зарядке она точно так же может продолжать работать. И выключайся. Все, долгое удерживание. Кратное, быстрое переключение, это у нас переключение режимов, а удерживание, включение, выключение. Жена у меня любит массаж, особенно шеи, только что пошел, сделал, проверил, просто так вот. Неожиданно говорит, у, класс, мне понравилось. Действительно, самому делать устают руки, а просто держи себе и расслабляй. Можно даже, в принципе, себя, подругу, друга, кому кто как привык. В принципе, штуковина достаточно интересная. Да, цена не маленькая, но в то же время... Для любителей массажа, если у вас там что-то болит, если вам нужно сделать, ну, видите, рука до сих пор красная, то есть эффект есть, то есть и, ну, не скажу, что не какой-то дискомфорт мне причинило, то есть достаточно удобно. В принципе, хоть и стоит переживать о том, чтобы вода не попала вот в эти части, но на самих насадочках присутствуют резиновые вот такие вот кольца-уплотнители, которые предотвращают попадание воды туда внутрь. Ну, она единственная, что может вот здесь вот проникнуть. Поэтому, в принципе, на мокрых руках ничего страшного, но мочить под водой просто специально, настоятельно рекомендую. Включаю максимально. Ну, ребят, честно, я не знаю, такое ощущение, что мне просто я труся какую-то щетку. То есть, зачем оно надо? Я не знаю, вот оно не будет ходить, оно... Ха-ха, ну вот для этого надо стыть, он идиот. А, иди сюда. Дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. Хотя он, если наклонить, то он будет идти в другую сторону. Максимальная зарядка у нас 0,75 ампера, то есть до ампера. Ампер даже у нас не получился, но вот 0,70-0,8 будем считать так, потом она ушла в защиту. Сам же девайс достаточно просто устанавливается. Вот мы совмещаем наши контакты с... контактной группой на задней части. Подключаем микро-USB кабель. Точно так же в заднюю часть подставочки. И включаем его в USB порт нашей зарядки. И получаем на выходе, сколько же потребления у нее. Ну, вообще какой-то мизерный, или я не попал контактами, а вот. Так, 0,4 ампера. Так что в целом, если цена вас не смущает, она действительно здесь, по-моему, в районе $60. Девайс достаточно интересный, такой вот массажер для домашних нужд, сделан действительно качественно, неплохо, мне нравится. И со своей ролью в качестве массажа он справляется. В момент зарядки горит, моргает, вернее, светодиод индикации, когда она будет полностью заряжена, он у нас просто будет гореть. При этом случайное нажатие тут тоже исключено, то есть он не заработает случайно на подставочке. То есть вот такой вот домашний помощник, конечно, вещь не первой необходимости, но в то же время расслабить себя или там свою супругу-подругу самое оно. Так что, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всего хорошего, всем пока-пока!